Физкульт-привет, друзья и ученики! Продолжаем делать обзор на новую экипировку от Miklin. Говоря новую, я действительно подразумеваю новое. Это новая модель, полностью новые технологии. Сегодня, как и обещал, поговорю о щитках. В прошлый раз я уже рассказывал вам об этих щитках, но обещал рассказать один интересный момент, который советую вам использовать тоже. В прошлый раз я уже говорил вам, что все изготовлено из высококачественных материалов, и кожа, и некожаные матерчатые части щитка. Точно такие же материалы используют другие ведущие бренды, канадские, американские. Невероятно износостойкая кожа, водоотталкивающая. То же самое относится и к тряпочным материалам. Но фишка вот в чем. У новых щитков, как вы видите, голеностопный одна лямка. И здесь есть выбор, я уже показывал вам в прошлом ролике, можно застегнуть под колено, можно как Кори Прайс застегнуть тоже наискосок на голень. Но для себя я открыл, и это очень удобно. Заказывайте, когда щиток у Miklin, сразу говорите, чтобы он вам присылал две резиновых липучки. Для чего? Одну вы будете защелкивать под коленкой, а другую вы прикрепляете. Также закрепляются все очень просто. Вот. Будете прикреплять наискосок. То есть будете использовать оба этих крепления. На самом деле это только улучшает то, как щиток сидит на ноге и насколько это комфортно для игры. Вы сразу почувствуете. Не забывайте, кстати, писать об этом в комментариях. Всем пока, увидимся в следующий раз.